Мы уже собираем урожай. Сегодня мы с Васей понесем тыкву. Вася, поднимай. Раз, два, три. Вася, это моя подруга. Всем привет, я Вася, подруга Моники. А ты любишь тыкву? Да, я люблю. Запеченную, со сметаной. А я люблю тыкву с курицей. А еще тыква нужна на Хэллоуин. Делать из нее фонарики. А ты знаешь, что она полезная? Ее даже детям дают. Всем привет! Ты на канале «Расти вместе с нами». Сегодня мы собираем урожай. С нашей собакой Моникой. Моника, не торопись. Я не успеваю. Ногами быстрее передвигай. Тыква такая тяжелая. Мне уже трудно ее держать. Падай, падай. Надо вставать. Иди дальше. Немного осталось. Какой же дорогой нам пойти? Давай отдохнем немного, Моника. Посидим. Отдыхать некогда. Ой, я уже не могу. Еле ноги плету. Я уже сама еле иду. Тяжелая она все-таки эта тыква. Мы почти пришли. Вася, мы уже пришли. Thank you.